Зачем-то вспышку включил. Пол восьмого по Москве, так началась поездка в Абхазию. Микроавтобус. Выезжаем из Сочи парк. За окном дождь. Да, дождь. Сейчас пока ничего не видно, снимать не будем. Та самая река, сейчас мы по мосту будем проезжать. А по левую руку от вас, это тоже граница здания, что стоит, но только уже для людей, кто проходит ее пешком. Пешеходная, скажем так, линия. Мы же по транспортной проезжали с вами. Речка Псол, здесь зона уже без таможенного контроля и магазины, соответственно, как символ этой зоны без таможенного контроля, duty free. Но здесь без остановки. Здесь категорически останавливаться нельзя. По крайней мере, на большом пассажирском транспорте. Если у вас есть желание посетить магазины, то уже самостоятельно, перейдя границу, вы можете их посетить. Сложности в прохождении границы самостоятельно, в принципе, ничем не отличаются. Все точно так же. Только пешком пройдете. Можете на велосипеде или же на машине, там уж как вам больше интересно. Дождь закончился. Там повезло, окна отпотели, дождя мало. Что-нибудь успеем снять, пока здесь находимся.